Стой, перед тем, как ты начнешь смотреть данное видео, хочу тебе сообщить кое-что интересное. На этой неделе, в среду, 19 числа, если не ошибаюсь, 19 число, июнь, да, среда, будет сборочный стрим, Лего стрим, очередной Лего сборочный стрим. Жду всех на этом канале в 15:00 по Москве. Не забудь, 15:00 по Москве, 19 июня, среда, Лего сборочный стрим на этом канале. Все, не мешаю, жду, расскажу всем, будем собирать кое-что интересное. Приятного просмотра. Та-да! И всем привет, с вами Лиджи и Гвидо. Я. Как обычненько, да, мы никуда не уходим, мы продолжаем рассматривать вот эти пакетики. Да. Но, Гвидо, ты помнишь, как мы приехали в Radiator Springs однажды, и вообще там ничего особо не было? Нас просто взяли на работу, мы как-то работали, и потом шло само по себе, и сейчас у нас вот имеется наш бизнес. Продаем колеса, делаем, и ты помнишь, как мы Маквину все делали? Ой-я-я. Вот, ну в общем, друзья, откроем сегодня мини-фигурочки с серии Disney, вторая серия, и, надеюсь, вы поняли, какие здесь должны быть человечки. В общем, сейчас вам Ингвар все покажет, и вы, надеюсь, вспомните те времена. Все, поехали. И всем привет, ребята, и да, Луиджи и Гвидо правы. Сегодня мы снова откроем Лего мини-фигурки из серии Disney, вторая серия. В этой серии 18 мини-фигурок, артикул набора 71024, рекомендация от 5 лет и больше ограничений нет. И надеюсь, вы догадались, кто же здесь, может быть не совсем, но давайте откроем и откроем вот этот пакетик. Все, мы это уже видели, рассматривали, и меняется такая информация, что возможно нас скоро ждет 19 серия. Может быть и не ждет, но информация кое-какая прошла, может быть это просто слух, но по логике она должна быть. Давайте высыпаем, и кто же это? Надеюсь, вы тоже уже поняли и догадались, и это у нас Дейл, да, первый, так сказать, бурундук, если я не ошибаюсь. Это мы уже видели, мини-каталог, подставочка. Ну, подставочка, как все, ничем не отличается, хотя, я думаю, в будущем могли бы как-то модернизировать. Дальше у нас такие ножки, вау, и они еще двигаются, ого. Это как в Гарри Поттер у нас, неплохо, обычные ножки. У меня есть маленький вопросик, а у них хвостика что, нету? Ну-ка, стопэ, а хвостик? А серьезно, у них нет хвостика? А, то есть у них хвостик здесь, ничего себе. Руки перекручены, то есть здесь у них вот такого толще имеется. Артикуляция голова, руки, кисть, ноги. Ноги артикулируются, да. И вот такая вот голова. Голова, в принципе, очень даже хорошо сделана. Красный носик, зубки, так сказать, видны, язычок виден. Но голова очень хорошо сделана. То есть вот у нас такой Дейл. Я думал, хвостик имеется, но нету. И мешочек ничего сверху. Естественно, в общем, вставляем в руку, и вот у нас такой Дейл получается. Ну и, наверное, как догадались, то должен быть чип, и получается будет у нас чип and Dale, компашка, так сказать, собрана. Давайте откроем этот пакетик и удостоверимся, точно ли здесь он имеется, а то мало ли Дейл как бы ждет чипа, и такой бац, чип решил не прийти. И да, здесь у нас имеется чип. Все, компашка собрана. И здесь у него получается такой как бы как... что это у нас еще? А что это тут у нас? А, дополнительная запчасть у нас имеется. Как бы компашка собрана, мультик Чип энд Дейл. Вот у нас такие фигурочки сегодня. Подставочка, как обычно. Ножки такие же, как и у Дейла, только темного цвета. Получается, один чуть потемнее, другой посветлее. Туловище такое же. У нас получается, только отличается само собой цветом. Сзади у нас вот так. И голова у нас вот такая, уже по-другому все сделано, то есть черный носик, зубки видны, язычок тоже виден, то есть в принципе лица у них отличаются, то есть отличия все же есть и стоит само собой брать.
Потом мы собираем вот такой орешек, да, и как бы можно вставить ему в руку, и как бы пусть он его грызет, или можно как бы как маракасы потрясти. Да, вот у нас есть и Чип, и Дейл, обычно так говорят их имена, и дополнительная запчасть у нас вот имеется такая, можно куда-то применить. Вот она наша компашка, и они выглядят очень, блин, прекрасно, красивенькие, и если вы смотрели этот мультик, то это ваш шанс взять эти фигурки и дополнят вашу коллекцию. Чип-чип-чип-чип-чип-эн-дэл, тра-та-та, гвидо, съемочка идет, потом будешь петь, ой. Por favor, amigos, por favor. В общем, вот такая была распаковочка. Я надеюсь, вам она понравилась. Я надеюсь, вам минифигурки понравились. И хочу сообщить, что еще кое-какая минифигурка вас ждет. Так что, я ждет вас еще одна минифигурка. Так что мы с Луиджи откроем. Но мы пока ничто не прощаемся. Мы все лишь говорим до скорой встречи. Будем заканчивать сегодняшний наш обзор. Так что не забывайте подписываться на канал Ingorplay. Кстати, пальцы, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. И чем больше, тем лучше, да? Да, чем больше подписчиков, тем лучше. Да, мы знаем, как это все работает. Все, поехали. Поехали. Гвидо. Да, я. Сюда едем. Ты чего? Сейчас. Чип-чип-чип-чип-чип-эн-дэл, тра-та-та-та.